В работе за круглым столом приняли участие деятели культуры и искусства нашей республики. Делегация Курагинского района, возглавляемая руководителем района Любовью Заспа и начальником отдела культурно-досуговой деятельности Ирбинского дворца культуры Курагинского района Светланы Родиной. Участвовал и генеральный консул Монголии в городе Кызыле Чимит Ганболт. Мы сегодня собрались, чтобы обсудить результаты работы нашей за вот столько лет. И сегодня мы собрались конкретно руководители творческих коллективов, образовательных коллективов нашей республики, также представители агентства по делам национальностей, Тувинского государственного университета, музея, департамента культуры города, чтобы точечно, конкретно обозначить следующие наши проекты, следующие наши точки соприкосновения с Курагинским районом и с Монголией. Участники круглого стола, творческие делегации, обсудив перспективы развития международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры, образования и туризма, отметили, что в современном мире необходимо уделить особое внимание социокультурному проекту «Курагинский район, Тыва, Монголия, дружба без границ», увеличить количество мероприятий с целью популяризации культуры и искусства трех регионов. Благодаря этому проекту начинали мы с Республики Тыва. 10 лет уже будет в следующем году и сотрудничество с городом Лонгомом. Ну, что основная цель проекта может быть, как бы, у нас район очень многонациональный, активные творческие коллективы. И вот «Дружба без границ», почему так мы назвали этот проект, потому что действительно наш регион объединяет очень много. И, в принципе, наверное, начинался с того, что должен был реализоваться проект строительства железной дороги. Помните тогда? Да, Кызыл-Куракино. Вот эта инициатива такая была, и мы надеемся, что этот проект будет обязательно реализован. Усилиями главы Тувы Владислава Хавалыга данный проект претерпел существенные изменения. Сегодня мы говорим о железнодорожном коридоре из России в Юго-Восточную Азию через Монголию и Китай. При реализации проекта Курагинский район Красноярского края, Тува и Монголия становятся транзитными регионами и страны между Россией и Юго-Восточной Азией. Однако социокультурный проект, культурно-образовательный маршрут Курагинский район, Тува, Монголия, язык взаимодействия реализовывается сегодня в Кызыле с участием студентов из Монголии, обучающих в Тувинском государственном университете и Кызылском колледже искусств, а также представители университета в городе Хофт. У людей, у дружбы-то границы нету, что мы там находимся за границей и так далее. Это немножко понятие другое. У нас даже пословица есть, это если человек, душа, если желание есть, это расстояние ни к чему, это расстояние ничего не назначает. Поэтому мы будем сотрудничать. Я надеюсь, видно же, все эти, в прошлом году был столетие у нас, это было установление дипломатической отношений между Российской Федерацией и с Монголией. И это очень много в рамках, это очень много мероприятий было. Помимо встречи были развернуты выставки «Подворье» и музейная выставка Курагинского района «Дружба без границ». Выступили и творческие коллективы нашей республики. Инна Клоян, Владимир Сюртук, Азамат Ачур, телеканал Тува-24.